Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина, ролиплей. Моник здесь Кирилл Путбулови. Не забывайте вводить моник при регистрации. Итак, сегодня у нас будет серия про работу МЧС. Про работу пожарника. Со мной, кстати, вон мой подписчик, помните? Это я ему подарил 600 тысяч, добавил на вот этот Порш, какой он себе купил. Но я сейчас устроюсь на работу пожарника, и мы поедем смотреть эту замечательную крутую работу, как по моему мнению. Я видел просто эти обгоревшие здания. Так, давайте Q it job пропишем, чтобы все было нормально. Так, и устраиваемся на работу пожарник. У вас нет военного билета. Блин, для этого нужен военный билет, оказывается. Это очень хреново. Так, блин, ну тогда не знаю, какую-то на другую работу посмотреть. Вот есть металломщик, я не знаю, что это за работа. Но можно было бы глянуть. Блин, а сколько стоит, мне интересно, военный билет можно купить? Или только надо идти служить? О, у меня 6 доната есть. О, качки. Перевести в деньги. О, 24 тысячи, нормально. Просто каждый ПД получаю бабло. Так, а сколько стоит военный билет? А, максимального фермера. А где тут военный билет? Вот, военный билет стоит 250 кредитов. Хреново. Да. Военный билет 250. Ну ладно, возможно, когда-то я его куплю, но пока возможности такой нету, ладно. Давайте тогда устроимся на работу металломщик, скорее всего. Адвокат мне интересен. Рочек продуктов тоже. Будет маршрутки, мусоровозчик. А вот металломщик. Мне вот это интересная работа. Давайте устроимся. Суть работы заключается в перевозе спрессованного металла. Сядьте в один из эвакуаторов и подъедьте задом к металлолому. Отвезите его на отмеченную на карте точку. Удачной работы. Так. Окей. Help. Что у нас help там есть? Бачу, пока машинка такая прикольная. Так, стоп. Поближе подойдем к тачке. Блин, металломщик. Ну, такая работа на самом деле. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так, help. Работа. Помощь по работе. Закрыть служебный ТС. Уволиться с работы. Job. Job. Help. Пишем. Окей, а типа мне надо машину. По идее, я должен вот эту машину брать. Я понял, что надо делать. Вот эту тачку надо брать, короче. Так, ну почти на желтый проехал, извиняюсь за красный. Я походу понял, куда нужно ехать, но сейчас мы этим займемся, короче. Нам ехать нужно аж, короче, в Арзамас. Блин, я думал, мы работаем МЧС сегодня, посмотрим. Но военного билета нету, я не знал, что нужен военный, блин, билет, чтобы поработать на работе пожарника. То есть МЧС. Ну ладно, будем теперь знать зато. Так что, когда у меня будет военный билет, тогда я уже поработаю на работе МЧС. Так, вот мы почти доехали, кстати, вон там летная школа. Я помню, сдавал это такой пиздец, на самом деле. Сдавать на вот это, на вертолеты, типа, там надо на самолете летать и так далее. Блин, этого очень трудно. Но я все-таки тогда сдал на эти права. Так, желтый. Вот эти машинки, давайте я паркану туда свой Чирон. Прям вот здесь. И вытащу с него ключи. Все. Кстати, скорее он потом дома заспавнится. Вот эти машинки, короче. Давайте я скриншотик быстро сделаю. Так, все, погнали, короче. Давайте я возьму самый первый, допустим. Так, 1200, хорошо. Отправляйтесь на чекпоинт для загрузки металла. Блять, а как сюда теперь заехать, проехать? Как-то плотно их поставили здесь. Сейчас будем пытаться ездить, что делать. Блять, зацепил. Посигналить надо. Едьте на фабрику. Блин, прикольно на самом деле выглядит еще. Ох, ебать. Это жестко. Блин, ну прикольная работа, кстати. А ну если я выйду. А, 2 минуты дается. Я понял, короче. Не, ну прикольная работа сама по себе.
Давайте отвезем. Мне интересно, сколько здесь платят? Много? Если много, то, блин, я здесь поработаю еще. Так, ладно, прямо поедем тогда. На ферму. А, это на ферму можно довести. Ого. Только что, короче, чувак звонил, говорит, дом продаешь? Говорю, нет, я дом не продаю. Говорит, а Маврик, я пишу, нет, ничего не продаю, увы. Ну, серьезно, я пока ничего не продаю. У меня нету денег на новый дом, во-первых. Поэтому я свой дом по-любому не буду продавать. Пока что. Чувак писал, типа, за 1,5 куплю. Видимо, я, блядь, дорого его купил. Но если буду продавать, пацаны, я его купил за 2,4. Продам за 2. Если что. Поэтому, да. Блядь, красный горит. Ну ладно, ждем, короче. Ого, я посмотрел, куда везти надо. Надо везти аж до... в южный, короче, там, до... Там, где работа, по-моему, грузчика. Вот туда надо аж везти. Блин, я думал, где-то тут рядом, на этой ферме. Оказывается, нет, надо далеко везти. Ну ладно. Только что, короче, чувак на фуре поехал. На своей, помните, я видосик показывал, у него Мерседес стоит и фура. Ебать, он летает просто, блин, и походу, наверное, ну, наверное, выгодно то, что ты покупаешь свою фуру, она как бы быстрее ездит, чем обычная фура, какую вы берете в аренду. И поэтому он больше бабок рубит. Я думаю, это, наверное, выгодно, если он купил эту фуру за 7 миллионов. Ну, у него просто водка 7 миллионов, я видел. Наверное, это очень выгодно, но не знаю, у меня места нету денег. Возможно, в будущем тоже куплю себе фуру и буду рубить бабки на дальнобойщиках. Блин, я пока тут ехал, всю машину разъебал, разбил, точнее, извиняюсь за мат. И, понимаете, она очень длинная, блин, и на ней в повороты трудно заходить. Очень трудно заходить. Сейчас посмотрим, на Слазбург, кстати, заплатят деньги или нет. Или нам придется ехать назад. Ну, блин, интересно, всегда в эту точку надо ездить или нет? Мне вот интересно. Если здесь нормально платят, то есть смысл здесь работать. А так, блин, это очень долго. Я поехал через второй въезд в Южный, потому что... Ну, тут нету светофоров. Так будет быстрее, я думаю, чем на светофорах там стоять, вот этих. А на красный я ехать не хочу. Ну, тем более, вон админ зашел еще. Так, сейчас пробуем во сюда, да? Нужно сюда подъехать. 2000 мне заплатили за доставление металлолома. Ну, такое, на самом деле, такое себе. Я думал, 1005 хотя бы заплатит. Возможно, здесь есть скилл. Скорее всего, наверное, здесь и есть. И так можно будет больше зарабатывать. Было бы круто, кстати, если бы заменили эту машину, а то... Капец, ее раскачивать. Видите, она едет, тупо прыгает. Ее раскачивать жестко прям. 2000 нам заплатили, ну... А купили зато аренду. Какие-то долбоебы, короче, попались. Вообще охуенно. Подягаемся. Русский сначала выучи. Ну и что ты хочешь? Окей. 4 помеха. Боже, какие нищие, блядь. Просто, блин, админы рано ли отреагировали. Они тупо меня таранили и, блядь. Ладно, похуй. Лол, тут Хаммер есть, H1. Серьезно? Вот прям серьезно, да? Ебать, это жестко. Это круто. Куплю предприятие АЗС, бюджет 5 миллионов. За такие бабки он здесь ни хера не купит. АЗС-ка. Ну, там, наверное, АЗС-ка от 50 миллионов начинается. Хотя, может, СМИ ошиблись. Они хотели, может, он написал 50 миллионов. Хотя хрен знает, на самом деле. H1. Не, ну прикольно. Я не видел, кстати, здесь Хаммер H1. Может, чувака старый модпак, хотя в старом тоже не помню H1. Хотя, может, они редкие, скорее всего, просто, эти хаммеры. Не, ну я бы хотел все хаммеры H1, он прикольненький такой. Давай сейчас попробуем еще раз загрузиться. Так у меня почему-то чекпоинта нету. Не знаю почему, но сейчас попробуем еще раз загрузиться. Блин, я на красный проехал назад. Назад, назад, назад. Я просто сразу не увидел, что здесь красный. Так, отошел. Отошел, отдел. Так, давай, давай, давай. Оп. Все, заебись.
Так, и нужно посигналить, да? Так, ехать нам туда же, по идее. Как я догадываюсь. Да. Все время нужно ездить в одно же... В одно то же самое место, блядь. Еле выговорил, сука. Так. Конечно, бернаут на таком аппарате, это сильно. Но нужно ехать. Давайте я последний раз этот везу. Посмотрим, сколько нам заплатят. Может побольше, может поменьше. И будем, наверное, на этом заканчивать. Кстати, я тупанул, надо было сюда сразу ехать. Тут, короче же, так я такой круг делал большой. А здесь сразу напрямую выезжаешь к мосту второму. Который ведет уже к казино, потом... Ну, вы поняли, короче. Я думаю, вы сами знаете. Что там за станция, кстати, я не видел. Там поезда какие-то стоят. Надо будет посмотреть. Прикольно, там много поездов стоит. Надо будет реально глянуть. Какой-то клубешник еще стоит здесь. Блин, я все... Блин, я все какой-то бизнес тоже хотел бы купить, но пока бабок вообще нету. Блин, у меня уже дым идет, и, скорее всего, меня сейчас могут посадить деморган, но, надеюсь, нет. Потому что будет очень обидно. Но, видите, маленькие дымочки есть еще чуть. Но я хочу просто довести груз. Надеюсь, меня админы сейчас не покарают за это. Потому что езда с дымом запрещена здесь. И да, меня сейчас могут посадить, скорее всего. Либо кикнуть. Либо то и другое. Сейчас я быстренько довезу и уже вылезу с этой фуры, чтобы меня не наказали. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.